О том, что было здесь раньше, сегодня уже ничего не напоминает. А еще этим летом этот двор буквально оккупировали гаражи. Здесь незаконно было размещено сразу 8 боксов. Администрация города быстро привела все в порядок. Самовольные строения распилили и вывезли. Во дворе начались масштабные благоустроительные работы. Люди, проходящие, все-таки взгляд бросают на территорию и улыбаются. И все это благодаря проекту, правительственному проекту формирования комфортной городской среды. Благодаря муниципалитету, что муниципалитет наш вступил в эту программу, было много сложностей. Люди не верили. Не верили, что можно благоустроить свою территорию, сделать ее не только красивой, но и комфортной для проживания. А результат вот, около каждого крыльца выложена плитка, палисадники тоже обновлены, поставлены новые бордюры. Но работа была колоссальная, большая работа была проведена депутатом Дороховым Сергеем Михайловичем, потому что нужно было убедить народ, чтобы поверили в эту программу. Много было вопросов, много было проведено общих собраний на территории. Запущенная территория преобразилась на глазах. Теперь, говорят жители двора, нужно поддерживать здесь чистоту и порядок. Все получилось. И да, конечно же, планируется проводить субботники, поддерживать все, что мы имеем, и не допускать случаев вандализма. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.